И снова здравствуйте, мои дорогие друзья. О, как широко глаза раскрыла, самому удивился. Ну что скажу, значит, вчера побыл на арбузе. Полтора часа удовольствия, сладенькое, вкусное. Потом 17 часов после вкусия просто какое-то, ну, непередаваемое, не знаю, но очень невкусно. Вот я не пью воду, поэтому просто арбуза невкусная. Решил не есть арбуз. Сегодня попробовал огурцы с помидорами. Ну, у меня такой маленький откат. Тоже вот, ну, не получил удовольствия от еды вообще никак. Так что завтра опять захожу на автономию. Ну, можно сказать, уже сегодня. На ночь уже ничего не ем, не пью. Все хорошо, все здорово, все замечательно. Какие новости у меня? Значит, волосы у меня стали жестче. Ногти крепче. Это вот все за автономию. Какие еще интересные у меня мысли пробуждаются. Ну, как были планы, так они и остались. Какие еще новости? Чем-то же хотел поделиться еще таким умным. Вот оно умное, вот из головы и вылетело. Вот сел здесь. У нас кафе тут есть рядом хорошее. Я возле моего места работаю. А, работаю спокойно, нормально, в обыкновенном режиме. Разговариваю много. Смешу. Голос хороший, самочувствие прекрасное. Вот, что еще? Значит, как-то не совсем подготовился. Ну, пока так. Пока вот маленький, коротенький такой вот новости о том, что вот если у вас будет зажор, это обязательно будет у каждого. Это неизбежность. Потому что вы захотите попробовать, что это такое, побыть на еде. Вы попробуете, вы убедитесь, ваше внутреннее убеждение вас двинет дальше. В дальнейшем вы уже будете точно знать на 100%. Не чьи-то там слова, а ваши личные внутренние убеждения, что еда — это не совсем хорошо. Кстати, мне на воде было немножечко лучше. Но так как вышестоящие инстанции автономов сказали, что воду лучше вообще не пить, поэтому я воду не пью. Все. На сегодня пока все. Будет еще что-то новенькое. Вспомню, заскочу сюда, запишу. До связи, до новых встреч.